приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Елена. Февраль – месяц больших возможностей. Запускаем положительные перемены. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Февраль – это месяц, когда люди начинают задумываться о том, как им достичь своих целей в жизни. После праздников у нас появляется больше времени и энергии, чтобы сосредоточиться на важных делах. Это хороший момент для того, чтобы составить план действий и начать двигаться к мечте. Восточный гороскоп на февраль, и сегодня мы с вами узнаем, что ожидает каждого из вас по восточному календарю, и что важно сделать в начале февраля, чтобы весь месяц был счастливым. Итак, если вы рождены в год крысы, вы должны опираться на поддержку близких и сохранять независимость. Вам предстоит принять важные решения, которые приведут к будущим победам. В отношениях возможны разногласия, поэтому важно уметь идти на уступки. Для успеха в бизнесе нужно приложить усилия, быть внимательным к партнерам и поддерживать хорошие отношения в коллективе. Рациональность, расчетливость и благоразумие помогут вам избежать неприятностей и успешно завершить месяц. А в конце месяца важно беречь себя от холода. Если вы рождены в год быка. Представителям знака «бык» в феврале следует быть осторожными. В это время возможны трудности, ошибки. В отношениях может быть непросто. Любимый человек может вести себя не так, как обычно, вызывая тревогу. Не беспокойтесь, в любых отношениях бывают периоды охлаждения. В профессиональной сфере рекомендуется готовиться к будущему, проверяя новых партнеров и расширяя круг связей. Распределяйте средства с учетом текущих расходов, но выделяйте часть на инвестиции. Сохраняйте баланс между активными действиями и отдыхом, если вы рождены в год тигра. Восточный гороскоп обещает вам в феврале плодотворный, но сложный период. Ваши желания могут осуществиться, но для этого потребуется приложить усилия и время. В любви возможны как приятные, так и сложные события. Важно относиться к ним с пониманием. Тигров ожидает много работы, но не все будет гладко. Не расстраивайтесь, если что-то не получится. Финансовое положение будет стабильным, если подходите к деньгам ответственно. Тигру стоит направить энергию в нужное русло, но не забывать об отдыхе. Если вы родились в год кролика. Кроликам в феврале не грозят большие трудности или перемены. Дела будут идти своим чередом, и будет достаточно времени, чтобы справиться со всеми задачами. Также кролики смогут пообщаться с близкими, устроить вечеринку для друзей и уделить внимание партнеру. Сделайте свой дом уютным и комфортным. Вы умеете грамотно распоряжаться своими финансами. Поэтому в феврале сможете увеличить свои сбережения. В этот период вам дано наслаждаться хорошим здоровьем и самочувствием. Чтобы сохранить это состояние, важно продолжать бороться со стрессом и почаще выходить на прогулку. Если вы рождены в год дракона. Февраль для дракона будет месяцем возможностей. Вам могут предложить новые проекты, повышение по службе или романтическое знакомство. Но чтобы избежать разочарования, важно сохранять здравый смысл и не принимать поспешных решений. Внимательно обдумайте все, что вам предлагают, и не бойтесь обращаться за советом к близким. Для укрепления отношений с партнером вам следует быть более мягкими и понимающими. Важно сосредоточиться на долгосрочных перспективах и не ждать быстрого результата. Уделите внимание своему физическому и духовному здоровью, а также поддерживайте социальные связи. Если вы рождены в год змеи, февраль для змеи будет благоприятным временем для прогресса во всех сферах жизни. Вы будете полны энергии и идей, что даст возможность реализовать свои планы. Это время перемен и достижений, которые принесут змеям удовлетворение. Обратите внимание на отношения с близкими людьми. Важно поговорить о том, что вас беспокоит, чтобы сохранить гармонию. Змеи, которые предпочитают работать на себя, могут добиться успеха в бизнесе в феврале. Однако сейчас не лучшее время для покупки недвижимости. В феврале вам рекомендуется пройти медицинское обследование. Если вы рождены в год лошади, вас ждут большие перемены. Удача будет сопутствовать вам во всех делах, открывая новые возможности и перспективы. Приложенные усилия принесут долгожданные плоды. Это один из лучших периодов жизни. Вам нужно быть открытыми своим чувствам и не скупиться на проявление любви и благодарности.
Если вы не удовлетворены своим нынешним рабочим местом, в феврале 2024 года будет легче найти более подходящее. Важно обратить внимание на здоровье, чтобы избежать проблем с суставами и другими органами. Если вы родились в год овцы, вам рекомендуется отправиться в путешествие, попробовать что-то новое и уделять внимание себе и общению с другими людьми. Для людей, занимающихся наукой, искусством или бизнесом, февраль будет относительно спокойным месяцем. В конце месяца можно позволить себе небольшие траты на шопинг или развлечения. В конце зимы важно восстановить силы и здоровье, для чего рекомендуется возобновить занятия спортом. Если вы родились в год обезьяны, в феврале вам следует быть осторожными и сдержанными. Вам следует избегать конфликтов и излишнего общения. В этот месяц велика вероятность столкнуться с ситуациями, когда вашу доброту и уступчивость окружающие могут использовать против вас. Чтобы избежать этого, следует учиться говорить «нет» и отстаивать свои права. Также важно следить за состоянием бизнеса и поддерживать хорошие отношения с партнерами и конкурентами. В конце месяца вы можете получить значительную сумму денег. В феврале рекомендуется больше отдыхать. Если вы родились в год петуха, февраль – это месяц для вас, чтобы расслабиться и насладиться жизнью. Вы будете окружены любовью, вниманием, есть шанс реализовать свои творческие способности. Выражайте свои чувства, но делайте это с уважением к окружающим. Не бойтесь трудиться и всегда выполняйте работу на совесть, чтобы получить интересные возможности. Изучайте банковские программы, чтобы сэкономить время и деньги. Звезды также советуют следить за весом и заниматься спортом. Если вы родились в год собаки, в феврале вы должны быть осторожны и не раскрывать планы и секреты. Даже с близкими друзьями и родственниками важно сохранять дистанцию и не говорить лишнего. В делах стоит действовать последовательно и аккуратно. В семье уделять время друг другу, укреплять отношения. Для бизнеса сейчас благоприятный период. Вы сможете увеличить прибыль, расширить клиентскую базу и найти надежных партнеров. Не забывайте о дополнительных источниках дохода. Здоровье будет крепким, но стоит укрепить иммунитет и заниматься спортом. Если вы родились в год кабана, вас ждет насыщенный событиями месяц. Ваша занятость принесет энергию и ощущение счастья. Однако важно не забывать отдыхать и уделять внимание своим потребностям. Вы всегда готовы помочь другим, но не всем можно доверять. Будьте осторожны и не давайте себя использовать корыстолюбивым людям. Стоит также попробовать работать на себя, чтобы почувствовать свободу и независимость. Такая работа будет более интересной и прибыльной, а в конце месяца вы получите неожиданное вознаграждение за свои труды. Не забывайте отдыхать и правильно питаться, чтобы сохранять здоровье. Также, для того, чтобы весь февраль для вас был самым лучшим, счастливым и принес только положительные перемены, то важно сделать следующее. Берем листок бумаги. На листке вы должны прописать все свои планы, все свои желания на февраль месяц. То есть то, что вы планируете сделать, то, что вы хотите получить и что хотите исполнить. Можно написать кратко. Далее, такой листочек можно убрать под свою подушку, либо под матрас. И желательно этот листочек продержать целый месяц, весь февраль. Когда будете убирать свой листочек, то очень важно сказать такие слова. Февральский ветер перемены несет, добром и счастьем жизнь наполняя. Дороги открываются, удача проявляется, радость и успех в сердце поселяются. Вот говорим один раз, когда будете класть свой листочек. Все, его желательно держать целый месяц. Но уже в конце февраля этот листочек просто сжигаем. Вот и сделайте такую практику. И вы обязательно добьетесь именно того, что написали на своем листке.